Дорогие друзья, сегодня как никогда очень важно оказывать поддержку нашему здравоохранению, врачам, медсестрам, сделать все для того, чтобы у них были возможности оказывать помощь нашим гражданам. Исходя из того, что здравоохранение Саратовской области испытывает дефицит денежных средств, ресурсов, которые должны быть направлены на оказание качественной медицинской помощи, мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства Российской Федерации. Принято решение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 79 миллионов. Деньги должны буквально в течение нескольких дней прийти в регион. Это позволит многие проблемы решить. Хотелось бы, чтобы региональные органы власти, учреждения здравоохранения сделали все от них зависящее для того, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг, защитить людей от вируса, создать условия, развернуть койки-места, одним словом, в этой непростой ситуации защитить наших граждан.